Игры, отдых и состязания. Ежегодный фестиваль студентов в медучреждении Северного Кавказа на этот раз прошел в Дагестане. За два дня форума ребята успели увидеть некоторые достопримечательности региона, поучаствовать в интеллектуальных играх, ну и, конечно, в творческом конкурсе, где определился лучший студенческий коллектив. Подробности в сюжете. Поселок Дубки, Сулакский каньон, развлекательный комплекс «Главрыба» в первый день фестиваля для молодых студентов медколледжей Юга России провели досуговую программу, которая включала интеллектуальные игры. Правильный ответ – быть или неправильно. В этом году принимающая сторона – Дагестан, а именно медколледж имени Башларова. В ее стенах в Махачкале во второй день и прошла торжественная и конкурсная часть форума. Это очень важно для ребят, это общение, дружба. Они соревнуются в творческих фестивалях, у них есть деловая программа, где они обмениваются знаниями, своим опытом. Я думаю, что это очень важно для молодежи, это встречи, знакомства. Притом это формируется профессиональное сообщество Юга России, да, когда ребята смогут в дальнейшем коммуницировать, общаться. Он объединяет именно фармацевтические и медицинские колледжи. И происходит такой своеобразный обмен знаниями, навыками, интересами. Семь коллективов из регионов Северного Кавказа. Студенты медучреждения представили на суд зрителей и жюри творческие номера. Я очень давно хотела приехать в Дагестан, но не выдавалось такой возможности. И когда мне пришло положение, сказали, мы едем в Дагестан, я такая, да, думаю, все. Начала собирать чемоданы, мне безумно здесь нравится. У нас будет выступление попурри. И мы этим выступлением покажем сплоченность, дружество всех наций. Итоги конкурса подвели уже в Дербенте, в одном из местных ресторанов. Переходящий кубок вручили студенческому коллективу из Кисловодска, который на правах победителя в следующем году примет молодых медиков на очередном фестивале. Спасибо всем с горящими добрыми сердцами, которыми вы нас приняли. Мы постараемся встретить вас также с любовью, с добротой, с уважением. Щедростью. Хамз Нурмагомедов, Салман Гетехмаев, Мадина Альбулатова, новости телеканала ННТА.